решил записать видеоотзыв ученика. Он проходил это, Руслан, он живет в Израиле. Он со мной связался где-то месяцев 6-7 назад. То есть, и вот мы сейчас бы ему позвоним и спросим, как у него вообще с обучением, как ему пошло, какие были проблемы, с какими он столкнулся, да, что было понятно, что было непонятно. То есть звоним. Алло, да, здравствуй. Здорово, Руслан, как дела? Нормально, жаримся. А что у тебя видео что-то нету? А подожди. А я через наушник ответил. Секунду, мне отпечаток не определяет. Что там, жарко сейчас? Да-да-да, сейчас, секунду. Рука мокрая, не открывает, прикинь. Ну, протри. Сейчас, секунду. Сейчас, код, блин, пошли. Все. Видно меня? Да, да, видно. Hello. Здорово. Ты посмотри, что тут творится. Народу много, да? Да ты что? У меня полный бассейн. Нормально. Смотри внизу. Это, Руслан, я сейчас тебя записываю, там, видеоотзыв, то, чтобы ты рассказал, там, я не знаю, там, как... Какие проблемы там, да, ну, про обучение, что мог сказать, я не знаю, там, кто-то может думать, это что мы просто... Сейчас на... мы сейчас только наедине? Да, да, да. Может, просто кто-то думает, что, знаешь, я там, знаешь, с тебя там просто деньги взял или куда-то теряюсь, там, я не знаю, знаешь, там... Ништяк. Может... Сейчас, понятно, секунду. Знаю, там... Сейчас, подожди, я возьму кого-то парня, чтобы здесь со мной был. А то я так не смогу и полотенце, и с тобой разговаривать. Понятно, понятно. Я тут на полотенце выдаю полотенце. А типа мы наедине, да? И просто рассказать, что-то... Или ты будешь меня спрашивать? Ну, я сейчас тебе, да, там, просто как бы спросить, чтобы было понятно там. Насколько понятно там, знаешь, там, само обучение там, как проходило. Вот здесь, мне надо тут. Как меня видно? Так меня видно? Да, просто я тут сейчас небольшую запись делаю, видео, чтобы люди понимали, там, знаешь, там, что там, как будет происходить, там, насчет самого обучения. А если у меня не получится? Да без разницы, просто своими словами скажи, да и все, как бы, как есть. Ох, блин, ну давай, нет, я серьезно, постараюсь. Как бы, ну я не знаю, там, как вот, как вообще сама, там, как я обучаю, там, не знаю, как информацию даю. Что ну там? Давай попробуем. Ну вот видео вообще там было тебе, там, ты же вначале начинал с чего-то, правильно, что-то уже знал. А, мы уже начинаем, да? Да, да, да. Я просто не... Не, ну ты расскажешь просто, как есть, да и все, да. Ну, изначально, если я, если так взять изначально, я что занимался eBay, правильно, да? Да, да. Вот. С eBay у меня не получилось ничего. Ну и Боженька мне дал такого хорошего человека, как Семен. Один прекрасный день мне Семен написал. И ну, как бы я боялся, чтобы мне не закрывали аккаунт, и мне Семен сказал, типа, пиши, что ты хочешь, ты помнишь? Да, да. Семен, я не поверил тогда, ты помнишь тогда в тот вечер? Да, спрашивай, без проблем, я тебе отвечу. Обычно там люди начинают там, напишу тебе и не знаю, куда тебе писать. Потом мы с тобой уже встретились в скайпе. Да, да. Ты мне рассказал насчет, у меня была проблема в поисках товаров. Ну как проблема? Поиск товара не проблема, а насчет брендов у меня была проблема. Я не знал, помню, какие товары продавать. Помнишь, ты какие-то дропшипил там товары, да. Что-то такое там у тебя было? Да, 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 ты сразу все тормози, ты неправильно делаешь, надо вот так, вот я так, вот так. Я вспомнил, да, да. Помнишь, да, это да. Мне... Я испугался, конечно, я ручник поднял, а потом не дай бог закроет аккаунт, как в eBay два раза. Да, там у тебя аккаунт. Даже какая-то жалоба прилетела, да? Там же, помнишь, мы смотрели? Оно прилетела жалоба, когда я дропшипил, да, я не знал, если... Вообще ноль, можно сказать, можно подключиться к этому товару, нельзя подключиться. Я подключился к одному, второму, третьему, четвертому, да, были продажи, да, но были такие листинги, которые не пожаловались на меня.
Но нашелся все равно, из 10 один какой-то пожалуется, если ты неправильно не знаешь, как работать с этим, все равно пожалуется, потому что человек создал свой листинг и не хочет, чтобы кто-то подключался. То же самое, я создам листинг, и какой-то Вася будет подключаться ко мне, я пожалуюсь. Так же самое, ко мне пожаловались, я тебе написал, что делать. Чуть вспомнил ту рекламу еще. Не, нельзя так делать, все, нельзя. Я уже послушался тебя. Потом уже ты мне дал видеоролики. А как я вот насчет обновления, тогда... видишь, там, когда я тебе... На обновление? Да-да. Видеообновление? Да-да, когда вот обновление тебе скидываю, видишь, постоянно смотрю, просто чтобы это было понятно. Конечно, с обновлением... Просто такого нет, видишь. С обновлением ты сделал видео, да, послал мне, но из-за того, что... мозги работают хорошо, да, и ты еще тогда мне, когда ты мне еще дал мне продать эти унитазы, я оттуда уже пошел смотреть, как это работает, да, я по этому примеру взял, что должно быть на листинге, ни имен, ни то, другое, знаешь, чтобы не было по листингам, и да, я вот так поэтапно, я, ты помнишь первую неделю я не знаю, если я был бы учителем, я бы такого ученика нафиг не послал бы. Я тебе серьезно, я уже не было... Я помню, да, смс-ки постоянно. Мне уже неудобно было. Напишу, а это можно? А это можно? А это нельзя? А это можно? И ты мне говоришь, так, создай список, посмотри, мы потом посмотрим. Я там создаю список, посылаю тебе. Так, Руслан, сегодня вечером в скайп выйди, а то что-то не то. Что-то не то, ты не туда пошел. Я такой, ну давай, прихожу домой, тут жена, мне нужен компьютер. Я взял тогда компьютер, с тобой пообщался по скайпу. Было интересно, да. Снова ты мне направил. Снова я пошел в одиночку заниматься. Снова тебе посылаю там какие-то вопросы. Снова в скайп, идем в скайп. Да, первую неделю я с тобой наработался. Я поблагодарил Боженьку, что я тебя в натуре встретил. Очень, очень хороший совет ты даешь. И спасибо. Да, не бросаешь. Ты красава, просто красава. Сейчас я работаю, да, есть немного продажи. Заказал еще 200 единиц. Нормально. 200 единиц. Не, вообще только прикольно, что... согласись, мне что нравится, вот сам поиск, там, то, что как удаленно работаешь, там, общение ведешь постоянно, знаешь, там, с поставщиками, я что-то домой этими... заказываю, там, как бы, ну, такое интересное. Ты не представляешь, сколько у меня сообщений от этих поставщиков. Да. Ты мне дал пример, как писатель, что я сделал себе шаблон. Да-да. Делаешь, в телефоне есть опция. Сделаешь шаблон, написал, здравствуйте, туда-сюда, да, я интересуюсь сразу, таким первый, товаром. Да, чтобы смс-ки, да. Подготовленный шаблон делаешь. Все верно. И все, увидел тот иной товар, который тебе нужен. Просто кидаешь одному, второму, третьему, четвертому, пятому. На второй ты день видишь, посыпались тебе сообщения. Да, выбираешь себе, не то что выбираешь, а ты расскажи, как ты общаться. Сторговался, помнишь, как ты сторговался? Ну, не говори как продукт просто, а скажи, как ты вот просто сторговался. Когда сторговался, как я ему спустил цену. Да. Нормально, это было, получилось. Это было прикольно, да. Да, он сначала там, я не помню, сколько он там просил, что-то $8, да? Да. Да, что-то он просил $8. Я помню, что ты сторговался говорю... почти чуть ли не вдвое с ним, что-то такое. Подожди, я сейчас вспомнил, да. Я нашел этот товар, да. Написал ему, он такой железно, он как будто, знаешь, почувствовал, что он там единственный в этом Алибаба. Да. Я, ну, беседер, не хочешь, знаешь, как бы вступать. Пошел я к другому. Пишу одному, потом второму, потом третьему. На второй день вижу эти все сообщения. Возвращаюсь к тому, делаю скриншоп и говорю, смотри, чувак, есть и подешевле. Что ты там держишь эту стену? А он такой, если они тебе спустят, или тогда я тебе в два раза спущу. Это меня вообще убило. Да, ну и торгаши там все. Это было конкретно. Это было прикольно вообще. Ну вот это клево, да. Вот мы сторговали. Молодец, показал им. Сторговались. Я у него... В конце концов, я у него взял. Да, я у него взял. И лейбы бесплатно даже клеил на 100 единиц. Я 100 единиц для первоначального брал.
Я, смотри, я когда сейчас вот заказываю товары, допустим, я их гружу, чтобы они лейблы сразу же с этой же ценой, чтобы они делали. Потому что я знаю, они и так выигрыши, эти китайцы, чуть не сказал арабы. Я арабы, я тут с арабами работаю. Ну понятно, понятно. И эти китайцы, они и так имеют там, они, наверное, за доллары их делают, а продают, они сначала делают цену, самую высокую делают, 9 там долларов. Потом видишь, что ты там, знаешь, переписываешься, увидел, куда-то ты отошел там на час, на два, что-то чувак, наверное, они так думают, я так думаю, что они так думают, что куда-то я ушел к конкурентам. Они потом присылают, ну смотри, я тебе могу за 7,5 сделать, если ты сегодня возьмешь, если мы будем сегодня оформлять, да-да, так мы тебе и сделаем и за 6, если это будет сегодня. Я такой, ну если это будет сегодня, я тогда даю 5,5. Вообще, обрубаю, обрубаю, конкретно обрубаю. Ну, да, я так себе говорю сейчас. Интересно, работа интересная, но надо стараться. Да, надо постоянно все время быть. Надо стараться, надо работать, стараться. Тебе, знаешь, Дед Мороз не упадет, не придет тебе подарки дарить. Правильно? Надо самому быть этим Дед Морозом, сам себе делать это подарки. Правильно? Да. Вот. Ну, благодаря тебе очень много ворот ты открываешь. Вообще, я очень рад, что я тебя встретил. Я не знаю, если, допустим, если я бы тебя не встретил, занимался бы я этим Амазоном. Mm-hmm. Вот это я не могу тебе ответить. Занимался бы, нет. А возможно, и нет, потому что я сразу же неправильно начал. Ну, у тебя было, вот я когда первый раз просто увидел, что ты мне показываешь, я понял, что, блин, надо срочно с тобой заниматься, понимаешь, что там, блин, чуть ли аккаунт на волоске висел. Я думаю, сейчас быстренько тебе... Да, да, все нормально, загружу, тебе жалобы, одна жалоба как есть, я ответил. А мне потом пропадает, у меня там тоже как бы жалобы появляются, если... Не, она уже, а я даже не заметил, не знаю, надо будет зайти. Она как-то стояла, вот эта жалоба, она, да? Пропадает, некоторое, да, она пропадает, время. Через некоторое время. Ты мне сказал, нажми на то и просто объяснительное им написать. Я там написал, все, больше я даже не слыхал. А мне, кстати, еще один отзыв пришел, мне сейчас 8 отзывов. Ну, нормально. Мазе? Потух что? Извини. Ну все тогда, Руслан, было приятно пообщаться. Все. Ну а в общем, на обучениях. Семенчик. Там что-нибудь. Обучение, да, ты видео много мне прислал. Ага. Вот так вот, все. Любой, извините за выражение, может, любой дурачок может понять вот так вот. Просто вот так вот. Просто ты берешь, нажимаешь видео, включаешь. Как я. Сейчас расскажу, как я это самое учился. Я поставил планшет. Да. Возле компьютера. Угу. Поставил твое видео. Допустим, я забыл, как оформить заказ на Amazon, да? Ну. Отправка. И чтобы не переключать страницы, отправку на Amazon. Чтобы не переключать страницы, я поставил рядышком планшет. Ну правильно. Поставил планшет и смотрю, как ты диктуешь, как ты говоришь, нажмите сюда, это сюда, а потом это здесь заполните, потом это здесь. И очень легко, очень интересно. И не только вот эти нюансы, я все делал нюансы, как создать, как не создать. Пока я еще не создал, у меня есть 3 товара в голове, которые крутятся, что я хочу сделать. Угу. Это надо сделать все-таки. Подключиться это легко. Тем более контакт у меня есть, там кто отзывы сможет сделать. Там. Я вот сам себе тоже заказываю. Там. Подскажу тоже там пару фишек, как продвинуть. Мне недавно один чувак написал классные слова, вообще классные слова. Говорит, написал, что очень хороший продавец, с хорошим качеством и очень удобная вещь. Конкретно, мне понравилось. Ну, круто, ради этих отзывов, стоит работать, ребят. Да. Ради этих отзывов. И это ради себя. Ты себе делаешь бизнес. Для себя это ты делаешь. Не какой-то дядечка, батя, не знаю, для кого. Когда-то это все будет только вот здесь, во сне. И будем работать на Амазоне. Ага. Круто, Руслан. Ништяк. Спасибо большое, да. Вообще, спасибо и тебе, спасибо, Семен. Ага. Ты красава. Я тебя уважаю. Мы будем всегда на связи. Да, конечно. Будет время. Всегда на связи. Будет желание. Я тебя жду. Без проблем, братан. Я тебя жду. Братан, спасибо.
Давай, дружище. Ага, давай, хорошо. Спасибо. Береги себя. Угу. Всем привет. Давай, всем привет. Давай. Все, ребят, вот такой вот был видеоотзыв у нас.